Хорошая боевая игра. Спасибо, что болельщики пришли поддержать нас. Они нас заряжали, гнали вперед. Мы выполняли установку тренера. Правда, во втором периоде вышли немного расслабленно. Нас предупреждали, что они будут еще активно играть, будут давить нас. И как бы хорошая игра, боевая. Хорошо, что сложилось для нас так, что забили четвертый гол и уже как бы полегче стало в конце. На ваш взгляд, с чем связано, что сегодня вот столько стычек было, сразу две драки произошло? Ну, это первая игра, все были на эмоциях, заряжены, то есть тут спуску вообще не надо было давать, как бы на пятаке все защищают своего вратаря, и от этого происходят стычки, все были заряжены. Барысом не так давно играли в Астане на предсезонном турнире, сегодня уже матч регулярного чемпионата. Как считаете, насколько сильно отличались эти игры? Ну, все равно на предсезонных турнирах как бы составы немножко другие, то есть проверяют игроков. Ну, совершенно другая игра, потому что предсезонные турниры – это больше подготовительный период, а здесь уже каждое очко на счету. Просто выходить надо сражаться и все, как делали сейчас две команды.